Делегация из общины ОПЕН Старозагорской области Болгарии посещает Брещину не впервые. Сегодня же они приехали с конкретной целью – подписать договор о межрегиональном сотрудничестве со Знаменским сельским исполнительным комитетом. Я рад, что Брестский район исполнительный комитет предоставил эту возможность Знаменскому сельскому исполнительному комитету. У нас уже есть опыт в международном сотрудничестве. Вот. И я думаю, что наши контакты, наша работа совместно будет полезна как для жителей Знаменского сельского совета, так и для болгарской стороны. Помимо руководства общины, в составе делегации трое предпринимателей. Интересы болгарского бизнеса – это сфера сельского хозяйства, деревообработки и туризма. Сам же договор открывает перед двумя сторонами широкие возможности в области культурного обмена, инвестиций, сотрудничества в здравоохранении и образовании. Мы, как братские народы, сделаем первый шаг, что укрепляет дружбу и взаимопонимание между нашим народом. Я хочу сказать еще, что в современном обществе, где бизнес имеет свое значение, мы сделаем шаги в этом направлении. С мной приезжали представители бизнеса. Это как первый шаг для будущей связи. Агрогородок Знаменка, расположенный в 25 километрах от Бреста, снискал славу уютного пригорода среди брещан не так давно. Теперь активное развитие трансграничных связей позволит сделать его еще более привлекательным. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.